Ильич, принесли, все в порядке. Как Нина поживает, как дочка ваша? Как нужны. Нормально, все, спасибо, все. Они отдали? Все, отдал. Дочку-то не видел. Так, сейчас подойдут? Мы еще здесь, да... Посидите, сейчас. Выступаем. Еще выступаем, мы долго. Спасибо и вам. Доброго здоровья. Садимся, да, поближе. Ой, хорошо. Ладно, тут мы место нашли. Вот виновник. Виновник. Вы же пройдете по выставке все, да? Да, обязательно. Да. Сейчас отлично. Иван Николаевич попросил. А чай попили? Чай попили? Нет, мы чай не. Потом. Потом похоже. Ну, а кстати, да, вам же пройдите, надо готовить на выступление потом, да? И вот направо еще у нас выставка. Сейчас Иван Николаевич, Иван Михайлович попросил его подождать. Показывает по ярмарке, да? Прогуляемся. Вот здесь у нас, смотри, там большой зал ремонтируемся, мы иначе плотно, а так у нас было свободнее. У них там большой зал. Эти мастер-классы разные. Да. Здравствуйте, вот Геннадий Николаевич Малахов. Да. Вот. Здесь какой-то мастер-класс проходит. Какой-то. Вот. Здесь. А, вон. Это Закировна. Геннадий Петрович, подошел? Доброе здоровье. Да, вот. Здесь фрактальное рисование, потом покажу. Это вот автор уникального метода, и за рубежом очень сильно пользуется. С помощью рисунков. Расскажите в двух словах буквально. Да, вот закрытыми глазами выполняют пересечение, не отрывая руки. Черной ручкой. Затем находят образ, и это образ ангелов, и его раскрашивают разными оттенками одних и тех же карандашей. И вот этот образ является, скажем так, внутренним состоянием самого человека. В силу того, что контур выполнен закрытыми глазами, а образ уже нашел человек открытыми. И то, что он внутри собой являет, вот в этот образ переходит. И здесь можно понять на психосоматике, что у него, на физиологии, что у него, и на уровне эмоциональной сферы, что сейчас является проблемой и что явилось проблемой психотравмы в детстве. Ну вот это очень гармоничный рисунок получился. Это художественно. А я как вам покажу. И тем самым у меня украинский снимает электрические вещи. Я сам занимаюсь. Я сам это делаю, увлекаюсь. Как бы уже несколько раз. После как раз занимаюсь. После реабилитации. Это как бы уже доказано. И она здесь вот так с закрытыми глазами рисуется контур. И затем, когда мы берем закрытыми глазами, смотрите, сколько карандашей, цветные карандаши. Вот там много карандашей. В разброс раскрашиваем вот этими цветными карандашами. Доминирующие оттенки как раз говорят о наличии проблемы, связанной с психосоматикой. А пересечения говорят о том, что в детской травме было. Пересечения, вот особенности пересечения. А общие оттенки говорят о эмоциональном состоянии. Ну, тут такое какое-то средненькое состояние, да? А здесь человек от природы невероятно гармоничен, от природы, потому как тут линия. Но здесь видно, что это математик, конструктор и очень жесткого характера человек.
А это женский рисунок с мужским типом мышления. По контуру это очень видно. Да. Раскрасили? Спасибо. Я уже такая почтенная. Пойдемте. Здесь, смотрите, какая штука. Если там люди, которые вот, как бы, это, покупают билеты, то здесь люди сами купили столы, и они себя презентуют. Или мастер-классы, вернее, или, значит, говорят, мы наш центр. Или они говорят, карты Таро раскинем. Или что-то еще сделаем. Руны. То есть они сами по себе. Как бы. Светотерапия? Да. А вот Закирова, она такая специфическая. Там массаж лица. Как бы тоже. За 20 минут чего-то меняют. Если есть интерес, можно себе где-то записать. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе здоровье. Ну, не заранее. Где-то они... Примерно недельки за три. Кто-то к вам записался, какой-то приходит на конкретного специалиста, который здесь что-то вещает. Это бесплатно. Полный зал. Там вот это вещает. Комнату. Открываю ее своими ключами и начинаем очищать. Полный зал. После этого человек мне... Работа натуральная, из разных сухофруктов, орехов, пряностей, семян. Спасибо большое. Пожалуйста. Сфотографируйтесь. Можно, да? Можно? Конечно. Будет очень здорово. Вот здесь? Да, вон как раз. Ну, баннер для фотозона. Спасибо. А где ж вот этот Наре? Этот? Расскажу. Так, вы сейчас туда идете? Ну, вы фотографируете. Просто там, там пирамида света, где вот вывеска. Ну, я только оттуда. Вы давайте, вы туда пойдете, и я вас... Ну, хорошо. Вы только что фотографировали. Да, где у него на 80-летии, мы много чего поверили. Ясный ум. Да, похудел да? чуть-чуть до сих пор. Ну, член Совета Федерации. Со своей пасекой попробуйте медок. Тоник, очень такая интересная трава вообще-то. По своим, так сказать, целебным свойствам. Очень такой интересный вкус. Очень. Я бы даже не сказал, что он медовый, он какой-то больше нектарный какой-то такой. Очень отличный. Луговое разнотравие. Вот это больше донник. Пробуйте. Да, все, спасибо. Ну, я считаю, что это был лидер в свое время в России. Мне было с чем сравнивать. Приезжаем в регион, сравнение с другими губернаторами. Конфеты. Это арахис соленый. Ой, здравствуйте. С праздником вас. Это йогурт всегда. Без сахара? Санкт-Петербург. Пять площадок, мастер-классы, экспресс-прием, выставка, ярмарка товаров. При нас загружаем в большом зале состоится встреча с Геннадием Малаховым. Здоровое сердце, нервы, суставы. Позитивные методы оздоровления от Геннадия Малахова. Лучшие практики. Добрый день. Пообщаемся.
Я его вижу везде, на всех ярмарках. Игорь. Геннадий. Сам дарит. Сам разработал. Сейчас кедровая. И желание попробовать. Сейчас кедровая. Так. Давить. Не будем, свежий. А то слишком много мы напробовали, чтобы у нас там... Кедровая нормально сработает. Нет, мы там конфеты до этого пробовали, еще что-то попробовали. Они там вегетарианские нормальные конфеты, без сладости таких. А так есть масло даже... Вот такой рекомендую, домой даже поедете. Это помидоры, не ГМОшки, это выращенные еще, ну, семена, 30 лет, короче, женщина свои семена держит. Вот даже молодец какой, да сейчас уже все пропало. Да, даже электричества нету, где она живет, в деревне. И что там? Помидоры с чем? Именно высушенные помидоры, травки со своего огорода и горчичное масло, которое выдавили на деревянном прессе, залито. Заправка для салатиков вообще изумительно. А помидорки уже это когда суп, заправочку для супа делаете, готовите. То есть в таком направлении тушить. Здорово. А это вот жмых кедрового ореха, от него точно даже после конфет ничего не будет. Да прямо с ложки можно. Едим. Это 100% любовь. Едим? Едим? Нормально? Можно? Я тоже, да? Конечно, конечно, берите угощение. То есть это уже у нас вот спортсмены, это кедровый орех, выжатый масло, то есть обезжиренный. Он уже не несет нагрузки на печень, такой, и это 100% белок. А сколько клетчатка. Там масла остается? Ну, там очень мало. Конечно. То есть вы отжали масло, это остатки? Совершенно верно. Ну, это именно клетчатка, это именно растительный белок. Я согласен. Сколько он стоит? 1300 килограмм. Можно хоть сколько грамм. О, а можно мы сфотографируемся? Я только не знаю, как пользоваться. Давно не пользовался. Конечно, конечно. Так. Надо рядом с прессом. Зачем? Крайний раз я с Александром Балуевым, я же снимался в фильме «Угрюм река», тут. Вот мы впервые не снимали, да, новый снимается. Да, вот мы фотографировались. Благодарю. Счастливой жизни. Спасибо, Гевал. Вкусная штука, когда хочется есть и есть. Я говорю, вкусная штука, хочется есть и есть. Как спеца. Очень приятно. Маргарита, мой старый друг, остеопат. Вот смотри, знакомься, здесь все, что как и как. Потом спрошу, потому что я очень с уважением к остеопатам уже подбирал несколько. Я ее повторю, я уже лет 20 я просто знаю. Я учусь, работаю, диплом уже не нужен, но еще учусь и учусь. Она у самого Артема учится, это который главный уже... в стране у нас по этому и делу. И в Моховской школе, и в Очень интересно. Возьму и конечно, конечно, обратишься ко мне. Это нормально. Ну что, куда идем? Пойдем дальше. Ну, наверное, здесь уже там все, там уже это. Ну. Если будет, ты как про интервью говоришь? Да. Ну, пойдемте. Если будет время, минут 15, наш корреспондент с вами пообщается. Лучше сейчас. Ну, назови ее, Юрий, Диана. Лучше сейчас, Александр говорит. Да, пойдем, Диана, девайчик, мягкий, сядем, где с Альфией сидели. Там да. Спокойнее. Да. По дороге в Шенгерод не забудьте заглянуть на нашу ярмарку здоровых товаров. На фестивале «Пирамида света» вас ждут встречи. Вас ждут встречи в духовной практике. Спорте ароматы, любители виски стрессов, своим уравнением. Это вот наши, за вас билетики покупаете. С известным предыдущим писателем Геннадием Малаховым, профессором народной медицины Ильшатом Хаджи. 5 площадок, мастер-классы, экспресс-прием, выставка, ярмарка товаров для оздоровления. Каталог и информацию можете получить в информационном расстройке. Вкусная, бездрожжевая Ильичка. Бездрожжевая. Бездрожжевая. Еще одну.
что подбородочек вот так. Спасибо большое. Ну что, идем? Да. Вас прямо хер, что ли? Да? Ну, пойдемте. Здоровья, здоровья. Здравствуйте, добрый день. Спасибо, спасибо. Доброе здоровье. Ты Давайте. А можно попросить вас сфотографировать? На ютубе меня смотрите, набирайте молоко сзади. Все, благодарю. Еще раз с вами. Ну, давайте. Теперь вы, да? Жена у меня прямо жаждет. А вы лучше отсюда. Отсюда. Чтобы захватить. На ютубе меня не чтобы попасть в канал. Не надо бежать. Куда идем? Очень просто идите и все. Спасибо. Куда дальше? Да. Пойдемте наверх. Пойдемте наверх. Да. Человек. Ну. Приятно вас видеть, Артур зовет. Крепкого вам здоровья. Спасибо. Доброго здоровья. Здравствуйте. Шакир, очень приятно. Пойдем. Вот здесь не ходили, нет? Нет. Давайте здесь пройдете, посмотрите. Тоже интересно. Красивый. Да, сейчас интервью и посидим. Да, где там интервью посидеть.
нет, пока нет. Здравствуйте. Доброе здоровьица. Здоровья всем. Реально похож на Малахова. Реально? Так он и есть? Так он и есть. Конечно. Мы за вами идем. Давайте. Да. Экспресс-прием. Нет, он еще уже есть. А, есть? Уже есть. Ты стоишь, что попробуй. 20 минут.